В Ульяновске подвели итоги акции «Ради патриотов. День России». Обладателем главного приза в этом году стала семья Обязовых из села Архангельское Чердаклинского района. Анастасия и Игорь воспитывают 5 детей. Самая младшая, маленькая патриотка Арсения, родилась 12 июня, в День России. В целом мы справляемся, все я думаю, с Божьей помощью, и с помощью мужа, с помощью моих родителей, с помощью свекрови, не надо, родителей, супруга. Все мы дружны, семьей, и все помогают. Поздравил молодых родителей с победой и вручил ключи от автомобиля УАЗ-Патриот губернатор Сергей Морозов. Дорогие друзья, жизнь нашей великой и малой Родины, безусловно, проявляется в жизни каждого из нас. И самое главное событие в наших семьях – это, конечно, рождение ребенка. Все это становится таким образом очень важным событием не только в ваших семьях, но и в целом в регионе, а с учетом названия этой акции «Ради патриотов. День России» и для нашей великой страны России. Уникальная акция проводится в Ульяновской области по инициативе губернатора с 2005 года. За 13 лет под брендом «Ради патриотов. День России» в регионе была сформирована комплексная программа поддержки семьи и детства. На этом подарки молодым семьям не закончились. Глава региона вручил 2 сертификата на приобретение жилья в размере 300 тысяч рублей семьям Костиным и Мелиховым. Всего же в этом году в День России родились 33 малыша. При этом в 5 семьях родился 3-й ребенок, в 3 семьях – 4-й, и 2 пары стали счастливыми родителями 5-го малыша. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.